В Твери в здании городской думы открылась выставка работ художника-пейзажиста и портретиста Александра Аюкина. Александр Михайлович – уроженец Чувашии, но его становление как художника и период рассвета его таланта состоялись именно в нашем крае. О творческом пути мастера и его работах в нашем сюжете. Тяга к творчеству у теперь уже маститого художника Александра Аюкина проявился еще в ранней юности. Но так получилось, что первые уроки мастерства ему преподал сослуживец в армии. С тех пор Александр Михайлович неразлучен с кистями, красками и этюдником. У нас в школе учителя рисования не было такого. Покупал в книжном магазине книжки по рисованию, как учиться рисовать самостоятельно. Но в армии мне попался сослуживцем художник после Строгановки с московского, да, высшего училища. Так. С ним мы начали рисовать. В течение года он меня подготовил. И, как ни странно, после армии я поступил в наше Тверское художественное училище. Вот с тех пор уже практически рисую все время. После прохождения срочной службы Аюкин переехал в тогдашний Калинин, где успешно отучился в художественном училище. И вот уже 3 десятилетия мастер сам пишет полотна и учит изобразительному искусству керамики учеников Тверской средней школы номер 9. Картины тверского художника-педагога Александра Аюкина сегодня имеются в личных коллекциях любителей живописи не только в России, но и за рубежом. В Китае, Японии, Германии, США. Как сказал коллега Аюкина по творческому цеху Михаил Светлов, когда смотришь на картины Александра, в этот миг забываешь все свои дела и заботы. Остается только одно на твоем сердце – райское блаженство любви к великой и родной России. И это действительно так, ведь творческое вдохновение художник черпает и в природных красотах Чувашии, где прошло его детство, и пейзажах, ставшей для него родной Тверской земли. На выставке представлены натюрморты, городские зарисовки. Помимо пасторальных пейзажей, все больше внимания мастер уделяет портретам. И здесь главными музами, по признанию автора, для него стали собственные дочери. Некоторые сюжеты Аюкин заимствует у именитых классиков, создавая свои полотна по мотивам известных шедевров Ван Гога или же делая копии картин великих художников. Например, в представленной экспозиции можно увидеть знаменитых Перовских «Охотников на привале». Кстати, в первый же день работы выставки ее посетителями стали не только депутаты и сотрудники городской думы, но и родственники и друзья художника. А председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, также ознакомившийся с экспозицией, поздравил автора и вручил ему памятный подарок. Спикер Тверской городской думы подчеркнул зрелость работ автора, их богатое духовное содержание и большое значение для гармоничного эстетического воспитания. Место у нас публичное, к нам приходят жители с разными вопросами. Поэтому для них будет приятно, когда в Тверской городской думе висят картины, хорошие работы наших тверских художников. Они как-то настраивают людей на позитив. Евгений Пичуев также пожелал автору дальнейших творческих успехов, энергии и новых горизонтов. Демонстрация подобных экспозиций в стенах Тверской городской думы реализуется уже на протяжении нескольких лет. И работа тверских художников с лейтмотивной темой Родины всегда вызывает самый живой отклик посетителей городского парламента. Выставка картин тверского художника продлится до конца декабря.